Который это? Пятый? Будь готов, мальчик. Готов. Я уже готов. Я смотрю, в этом ты уже весьма преуспел. Вот и они. Я готов. Трупа! Еще траут! Слева! Я готов! Обычно я не особенно боюсь высоты, но держись крепче.
Полностью согласен. А это кто? А кто там? Мне отсюда не видно. Там крылатая тварь в броне. Похоже на валькирию. Валькирия? В Муспельхейме? Не может такого быть. А ты сам посмотри. Началось! Приготовься. Свобода? Ты уничтожил мою плотскую оболочку. В ответ я могу лишь поблагодарить. Ну ладно. Вальхалла ждет. Прощай. Невероятно. Кажется, что ее тело было для нее тюрьмой. Она будто бы хотела, чтобы ее убили. Тогда к чему было сражаться? Неважно. Главное, что мы поступили правильно. Надо поискать других валькирий. Других? Они сильнее, чем все, кто нам встречался. Для тебя это полезный опыт. Да, мало кто сильнее валькирии. Голос поражен. Он говорит, что за победу над Валькирией он даст доступ к новым испытаниям. Кажется, все личи вернулись. Главного испытания. Сейчас нам это ни к чему. Как скажешь. Я, конечно, долго торчал в глуши, но с чего это мертвые стали воскресать? Нет, воскресить друга — это одно, а тут я не жалуюсь. Но у меня ощущение, что само царство Хель пришло в Мидгард. Фрея сказала, что в мире непокой. Кто-то нарушил равновесие. Это ясно. И главный нарушитель — Один. Даже боюсь думать о том, что он сделал. Возможно, в этом замешаны валькирии. Да, это точно опасная игра. Чуть не забыл. Брок, это наш новый друг Мимир. Знакомый. Мы знакомы. О, почему ты мне не сказал? Он у него спросил. Но я меня? Знаю. У тебя это надо. Ты. Тихо. Хватит. Короче, я уже пожалел, что спросил.
Да-да, всегда рад. А теперь валите. Магни и Моди. Других таких кретинов в залах Асгарда не сыщешь. Сделают все, что прикажет дядюшка. Они глупцы. Да, но глупцы опасные. Когда они действуют сообща, они страшны. Но чаще всего они просто грызутся между собой. Они жутко сильны с самого детства. Помню, как Грунгнир схватился с Тором. Потом голова. Нашли алхимика, о котором я говорил? Хорошо, дай мне подуть. Смотри, вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статуи. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решишь. Как попасть к резцу? Нам туда, к статуям грибцов. А потом между ними. Плюнула тебе в лицо. Но она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон.
В другой раз продолжим. Гульвейк, ты слишком рано покинул этот мир. Ты, ходящий в мире живых. Мы дал... Магия. Правда? Сын. Я чувствую. Сын. Они забрали 3 кости, милый Гульвейк, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвейк вознаградит тебя. Резец уже рядом, за этими вратами. Вперед! Шума! Готов! Милая Гульвейк, лучше. Мир страдает без ее души. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой, если поглядывать по сторонам. Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур, и он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Порубил его. О нет, он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Опасный зверь. Убьем его вместе. Нужен резец? Да, сэр. Боюсь... Ну вот, ничего не вышло. Гляди, кристалл снова сияет. Сума! О, отличный ход. Спасибо, его идея. Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг.
Так просто мы не откроем. Найди кончик резца. В нем вся магия. Враги! Да. Уже можно идти! Так, вперед! Зачем тут световой кристалл Альфхейма? Прочесть можешь? Слушаюсь. Нью-Йорку мы подносим дар моря. Тут верили, что Нью-Йорк усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Застывшая смола мирового древа. Удачно. За мной, Андрей! Сейчас вернусь! Оставь меня! Неплохо! Ugh!
Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Это было нечто. Этот... Ну, что вас привело, друзья? Не забывай мыть руки!
Что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Ого, Тамур очень любил украшения. Даже бороду ими увешал. Лично я считаю, что он выглядит эффектно. Ну, для заснеженного трупа. Осторожно, здесь же моя мастерская! Куда, в этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Приготовься! Я готов! Бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что ты уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Еще кристалл. Что теперь? Да уж, и правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед, но для этого нужно что-то непомерно огромное.
Я понял. Хорошо. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. А дальше? Держись. Все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. О, нет! Пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Сын. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. Я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим. Ясно? Попробуй. Хаос, сумас, вар, ветер. Да! Атрей, то слово. Фола, значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем! Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Йорд очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Не добраться! Один на тобой! Когда это закончится? Пиши дальше, пока пол не обрушился. Фола! 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 Новые враги, не пройти! Фола!
Отец! Чаша упала! Все рушится! Что? Молодец. Спасибо. Я сынов. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Как спустимся? Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу! Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Должное разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Тебе всегда нужно что-нибудь смотреть. Чтобы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Вижу выход, но туда не добраться.
Что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Что ты знаешь об этих людях? Во-первых, это не люди. Они боги. Хватит, ну, дури, полный бог. Их отец Тор, матери разные, я не шучу. Их дядя Бальдер, а Один дед. У них есть сестра по имени... Оружие. Как они сражаются? Сын? Скорее, брат, добудем кусок резца. Не указывай мне, что делать! Это слепота! Не вижу! Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Твои тощие ручонки ведь еле держат плуг. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Давай, сзади! Берись уже! Слушай его! Он хочет тебя разозлить! Идиоты! Да! Сыны Тора уничтожат вас! Сыны Тора могут попробовать! Голова! Извини, я перегнул палку, да? Оттащу твой труп, Вазга! Ты просто жалок! Прекрати! Сын, соберись!